Как сделать ипотеку доступной и с ее помощью решить квартирный вопрос для большего числа семей? Этот вопрос обсуждался за круглым столом в мэрии Волгограда. В разговоре приняли участие представители власти, строительного комплекса города, общественных организаций, банкиры. О уже существующих и новых механизмах увеличения объемов ипотечного кредитования в материале Елены Лыковой. Ипотека для большинства россиян сегодня практически единственный реальный шанс обрести собственное жилье. Однако условия, предлагаемые банками, не соответствуют финансовым возможностям многих семей. Объемы ипотечного кредитования из-за кризиса существенно снизились, и Волгоград здесь не стал исключением. Для того, чтобы помочь как можно большему числу горожан решить квартирный вопрос, власти областного центра начали реализацию программы муниципальной ипотеки. Ее осуществляет уполномоченная мэрия организация, оператор Федерального агентства по жилищному кредитованию. Процент по кредиту меньше, чем в банках, да и документы оформляются быстрее. В этом году уже более 30 семей волгоградцев стали участниками этой программы и справили новоселье. Мэр города Роман Гребенников поставил задачу, чтобы в следующем году таких семей стало на порядок больше. Администрация будет выходить инициативы об увеличении финансовых средств на муниципальную ипотеку. И, соответственно, мы полностью уверены, что найдем поддержку и Волгоградской городской думы. И на 2011 год и последующие финансовые годы будут заложены дополнительные деньги на реализацию этой программы. И большее количество семей, жителей города Волгограда, получат возможность, соответственно, получить жилье, доступное жилье по ипотеке. Еще один механизм увеличения объемов ипотечного кредитования, который обсуждался за круглым столом, программа «Стимул». Она сейчас уже реализуется в нескольких российских регионах, в том числе в соседнем Саратове. Согласно программе, Федеральное агентство по жилищному кредитованию выделяет деньги банкам, те, в свою очередь, застройщикам, которые возводят дома и реализуют квартиры эконом-класса. А невыкупленные площади приобретает так называемый «гарант сбыта» – юридическое лицо, имеющее в своих активах не менее 30% стоимости жилья. По мнению участников круглого стола, реализация этой программы не только сделает более доступной ипотеку для волгоградцев, но и даст необходимый толчок для развития стройкомплексу, еще не вполне оправившемуся от кризиса. Она дает уже, то есть, так, как называется, такую безопасность. То, что есть у нас, кто выкупает то жилье, что не распродано, то есть это мы планируем здесь администрация города Волгограда. Есть маневренный фонд, который появляется. То есть, и вот в это участие, в этой цепочке все будут. Участники обсуждения выразили надежду, что программа «Стимул» будет работать и в Волгограде, ведь на ее реализацию государство в лице агентства по жилищному кредитованию выделяет 40 миллиардов рублей. Елена Лыкова, Светлана Ликбарова, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».